говорили с вами о том, что такое истинное эго. Истинное эго — я слуга Кришны, а олицетворение этого истинного эго является стих из Шикшаштики, третий стих, 13 писаничина, вот оно и описание истинного эго. И на самом деле, в прошлый раз, если уже в наших терминах гаудия-вайшнавских это все описывать, мы обсуждали две вещи на самом деле. Что давайте следовать стиху 13 писаничина и давайте избегать 10 оскорблений. Вот мы ничего другого не говорили. Что такое 10 оскорблений? Это ложное эго. Давайте избегать ложное эго. И давайте повторять Хари Кришна в 13 писаничина. Ну, то есть ничего нового. Можно это как-то психологически объяснять, еще как-то. Ну, вот и вот про это речь. Это то, ровно то, что мы обещаем гуру во время посвящения. Повторять Хари Кришна мантру, избегать 10 оскорблений. Притом повторять Хари Кришна мантру в смиренном настроении. Вот это то, что мы, ровно то, что мы обещали на инициации. Давайте же это делать.